Ну, а сейчас, дорогие друзья, слышали ли вы когда-нибудь, как смеется писец? Нет, например. Никогда. А вот сейчас мы и посмотрим, и послушаем. Вот, например. Это настоящий прям писец. Ой, жалобно он как-то. Да, это смеющийся писец. Слушайте, а я вижу в этом какую-то драму, можно сказать. Света, ты драму видишь во всем. А это реально смеющийся писец. Ну, они так смеются, все вот эти породы. Он даже не получил. Нет, ты как-то милее смеешься. Ты как писец счастливый, а он как писец несчастный. Правильно, называй меня счастливый писец. Друзья мои, давайте еще познакомимся с некоторыми другими нашими питомцами. Вставай, малыш, вставай.